Первый сюжет. Поехали. Подписывайся на канал и смотри фильмы о жизни с граффити. Сегодня буду выполнять роспись здесь, кафе СКК. Сзади меня располагается стенка. Это будет часть большого проекта. Сейчас я выполняю работу в помещении. И меня ждет подготовка рабочего места к росписи. Я готов к росписи. Готово к росписи помещение. Оклеил зону росписи пленками, спустил вниз, чтобы пыль от краски поменьше распространялась в помещении, укрыл пленкой пол и повесил пленку-маскер на часть потолка.
Подписывайся на канал и смотри фильмы о жизни с граффити. Я завершил первый сюжет большой росписи. В принципе, вы видите, что еще и завершена роспись по бокам. Но это чуть-чуть позже. И сейчас мяч готов. Полетели смотреть кусок. Вот такой мяч вырывается из портала. Мяч женского баскетбола. Он вот такой формы. Чуть-чуть, скажем так, другой. Добавлен вот этот вот элемент. Форма одна и та же, круглая. Просто добавлен такой элемент. И вот она молния, которая рассекает серую такую, серый простор стены. И открывается вот таким порталом. Растворяется. И оттуда летит такой огненный, заряженный мяч. И вот здесь вот тут будет уже продолжение чуть-чуть позже. Дальше вас ждет замечательный слайд-шоу. Оставайтесь на канале и смотрите интересные фильмы о граффити. Здесь отличные покрасы. Смотрите фильмы и получайте удовольствие. Всем желаю мира, приятнейшего просмотра, и мне пора возвращаться к семье. Увидимся. Пока-пока.